Всем привет, и на канале Исакин Ревью. Сегодня я хочу показать 10 лучших Bluetooth колонок с сайта AliExpress. Все ссылки на товары будут в описании. Присаживайтесь поудобнее. Поехали. Колонка Zepin K812. Колонка отличается приятным и интересным дизайном. Она стилизована под классический магнитофон. Можно выбрать 4 цвета корпуса – зеленый, фиолетовый, голубой и желтый. Под интересным внешним видом скрывается мощный широкополосный динамик, который обеспечит хороший звук на любой загородной вечеринке. Благодаря емкому аккумулятору устройство живет 3 полных часа. Корпус качественный, поскольку выполнен из металла и пластика. Отдельно стоит отметить глубокие басы и отличный встроенный радиоприемник. Колонка QCI A10. Эта модель немножко дороже и стоит примерно 700 рублей, но за такую сумму предлагается очень качественное по всем параметрам устройство. При ее легкости и компактности оно выдает громкое глубокое звучание, способное удовлетворить меломанов с самым чутким слухом. Еще один приятный момент – современный дизайн в минимализме. Bluetooth-колонка поддерживает все воспроизведения с карты памяти, смартфона и радио. Благодаря встроенному микрофону ее можно использовать для телефонных разговоров. Емкий аккумулятор способен поддерживать проигрывание музыки от 2,5 до 5 часов, а металлический корпус защитит девайс от повреждений. Колонка UX3. Колонка подойдет тем, кто желает устроить вечеринку на даче или на природе. Благодаря своей громкости она способна покрыть качественным звучанием приличное пространство. Громкий динамик скрывается под корпусом, цвет которого можно выбрать из 5 вариантов – белого, черного, красного, зеленого и желтого. Стоит отметить и приятный дизайн устройства. Широкополосный звук гарантирует качественное многоуровневое воспроизведение. Колонка Ubit X6U. Эта Bluetooth-колонка выигрывает своих конкурентов отличным качеством звучания. При цене всего в 590 рублей в ней помещен широкополосный динамик. Воспроизводимая музыка делится на низкие, средние и высокие частоты. За счет этого мы получаем многоуровневый звук. Не в последнюю очередь это обусловлено и широким частотным диапазоном. Суммарная мощность в 3 Вт позволяет достичь высокой громкости, а емкость батареи в 500 мА наслаждаться любимой музыкой в течение 2 часов. Возможно как воспроизведение со смартфона через Bluetooth, так и режим радио или проигрывание с карты памяти. Колонка JBL Flip 4. Дорогостоящий девайс от известного производителя, давно создавшего себе отличную репутацию на музыкальном рынке. Определенно стоит своих денег. Пользователю предлагается максимально качественное устройство, с которым не возникает никаких проблем. Вас ожидает только наслаждение любимыми треками. Аккумулятор позволяет проигрывать музыку в течение 12 часов, а громкость и насыщенность звучания, можно сказать, даже не свойственны портативным Bluetooth-колонкам. Это устройство может дать фору некоторым стационарным аппаратам. Высококачественный пластик, из которого изготовлена колонка, влагоустойчив, надежен и крепок в целом. Через колонку можно осуществлять телефонные звонки. Главное слово этого девайса – качество. Оно прослеживается на всех уровнях. Колонка BlueDio BS3. В эту колонку встроены 2 динамика, а ее суммарная мощность 40 Вт, за счет чего звук, выдаваемый ею, просто на высоте. Мощность этого устройства позволяет наполнить качественным звуком довольно большое пространство, а специальный 3D-эффект звука с головой погрузит вас и других слушателей в атмосферу произведения. Стоит ли говорить о глубоких басах, сочной середине и кристально чистых верхних частотах? Вся эта начинка запечатана в красивый, стильный и качественный корпус из металла и резины. Присутствует как проводной, так и беспроводной тип подключения. Колонка Yerfan. Желая приобрести портативную колонку с богатым функционалом, оригинальным дизайном, но по приемлемой цене, многие останавливаются свой выбор на этой колонке. Главная особенность этой модели заключается в ее весомой мощности 60 Вт, а также в отличном качестве воспроизводимого звука. Bluetooth-колонка выделяется модным деревянным корпусом. Она оснащена несколькими дополнительными разъемами, в числе которых USB, TF и AUX. Это позволяет подключать любые девайсы колонки с помощью кабеля. Мощный аккумулятор выдерживает более 5 часов беспрерывной работы. Колонка для душа.
Недорогая и относительно простая в обращении Bluetooth-колонка, которая может быть использована в качестве гарнитуры к телефону. То есть с нее вы можете принять звонок и ответить собеседнику. Очень важным ее преимуществом является водонепроницаемость конструкции. При попадании влаги на корпус устройства оно не выйдет из строя, а продолжит успешно работать. Тем не менее, основное ее предназначение – воспроизведение аудиофайлов. Встроенного аккумулятора должно хватить на 4-5 часов в режиме воспроизведения музыки. Модель колонки представлена в 6 вариантах цвета – белый, черный, зеленый, желтый, синий и красный. Колонка Lowfree Q1-7. Данная беспроводная Bluetooth-колонка имеет очень необычный внешний вид. Представлена в форме типового квадрата, но имеет дизайнерские вырезы по корпусу в стиле эмблемы Xbox. По высоте каждая из сторон квадрата 66 мм. Приятно заметить, что представлен выбор на 4 разных цвета – розовая, синяя, черная и белая. А вот комплект стандартный – USB-кабель, аудиокабель, сама колонка и документы. Устройство оснащено заводским аккумулятором на 500 мА, что по заявлению производителя позволяет устройству воспроизводить музыку не менее 5 часов. Кстати, во время работы колонки предусмотрена ее подсветка по тем самым вырезам корпуса. Смотрится это очень здорово. Колонка Zealot S1 идеально подойдет тем, кто ценит многофункциональность. Помимо отличной звукопередачи, эта Bluetooth-колонка оснащена мощным фонариком и креплением для руля велосипеда, что позволяет использовать ее с большой практичностью в темное время суток. Удобность эксплуатации обеспечивает перформансы по бокам корпуса, а емкость батареи в 4000 мА позволит наслаждаться любимыми треками в течение 8 часов. Воспроизведение музыки возможно как с карты памяти, так и со смартфона через Bluetooth-соединение. Есть также режим радио. Что особенно приятно, колонку можно использовать в качестве пауэрбанка, заряжая от нее смартфон. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на канал, смотрите другие подборки. Всем пока!